В эти минуты во дворце Гейдара Алиева стартовали Дни культуры Дагестана в Азербайджане. В мероприятии принимает участие Рамазан Абдулатипов. Ранее глава Дагестана принял участие в деловом форуме и встретился с соотечественниками, проживающими в Азербайджане. На встрече состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся развития связи между Дагестаном и Азербайджаном. Мы начинаем новый этап, качественно новый этап развития отношений с Азербайджаном. Есть одобрение и понимание со стороны руководства Российской Федерации. Есть понимание и поддержка со стороны посла Российской Федерации в Азербайджане и посла Азербайджана, значит, Российской Федерации. Значит, Азербайджан вложил большие деньги в обустройство города Дербента. И дальше готовы совместные проекты реализовывать по Дербенту. И сегодня мы об этом говорили с президентом.